Уроженец деревни Татаринир, Мар, Чесамласола, Новотроицкого района Марийской АССР. В 1985 году окончил ГИТИС, курс П.О. Хонского, три национальная студия, в 1986-1997 годы актер Марийского национального театра имени М. Шкитана, в 1996-1997 годы прошел стажировку по режиссуре в театре им. Моссовета у профессора П. О. Хонского, в 1997-2001 годы, актер Марийского театра юного зрителя, 2001-2002 годы, артист Академического русского театра драмы им. Г. Константинова, в 2002 году вернулся в Марийский национальный театр драмы в качестве главного режиссера и занимал этот пост до 2007 года.